Предлагаем рецепт сумасшедше вкусного и очень легкого в приготовлении десерта. Он отлично освежит и тонизирует в жаркий летний день. Обязательно стоит узнать, как приготовить десерт из маскарпоне. Маскарпоне – это нежнейший итальянский сливочный сыр, который очень часто используют для приготовления изысканных десертов, кремов и прочих блюд. У него очень деликатный вкус, он отлично сочетается с ягодами, фруктами. Для тех, кто любит нежный молочный вкус, это идеальный вариант десерта. Можно добавлять любые ягоды по вкусу, или же заменить их на мякоть банана или дыни. Список ингредиентов в конце видео. 1. В чашу блендера всыпаем творог, добавляем маскарпоне и сахарный песок, взбиваем до образования однородной и нежной массы. 2. Общую массу разделяем на две равные части, одну перекладываем в миску, а вторую оставляем в блендере и добавляем мытые ягоды смородины и перебиваем в однородную массу, получается яркое ягодно-творожное пюре. 3. Начинаем выкладывать. В высокий бокал сперва кладем чистую творожную смесь, затем ягодно-творожную, и опять повторяем слои. На самый верх кладем шарик мороженого и посыпаем все тертым шоколадом, отправляем десерт в холодильник на 1 час. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. Ингредиенты. Маскарпоне, 4 столовые ложки. Творог, 200 грамм. Мороженое, 100 грамм. Смородина черная, 100 грамм. Сахарный песок, 3 столовые ложки. Шоколад, 50 грамм. Количество порций, 3. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте палец вверх, и спасибо за просмотр. До свидания.